Так, мы приехали в гости к Давиду, он продает свой дом. Сейчас он все подробно нам сам об этом расскажет. Привет, Давид. Еще не здоровались они. Да. Показывай, чего, как. Двор, смотрю, прикольно. Это 3D-плитка, да, вот, о которой разговаривали по телефону, да? Да, эта плитка вот поставили на новую буквально месяц, даже еще не прошел. Недавно, да? Да, положена в 3D, она так еще не вымыта. Ничего, она вымоется дождем. Вот, значит, подключено здесь 380, но есть газ, просто три фазы. То есть газ к дому уже подключен, отопление газовое и 380 вольт, это 15 киловатт, да, имеешь? Да. Все понятно. Все работает. Газ уже давно работает, оплачивается. То есть уже все, счетчик там мотает. Вот. Вода от сети подключена. Вода центральная, газ Да. центральный, свет есть. Да. Что тут еще надо похвастаться? Установлены освещение Это хорошее. от дома, от счетчика или Нет, это у нас общее? идет с датчиком, когда темнеет, он включается от проводов, от сети. Ага. То есть так можно. Муниципальное, так скажем, да, да? все вот. Освещение. Освещение хорошее ночью. Улица. Я знаю, тут асфальт рядышком, как бы люди это не видят, но вот до асфальта. А давайте кварта. выйдем и посмотрим, что нам стесняться-то. Вот он, асфальт. Кварта, ну маршрутка уже Вот, пошла, да. маршрутку сейчас увидели, не увидели, не знаю. Вон, где машинка едет, это асфальт. Там же магазин, там же центр, все рядышком. То есть, в принципе, дом находится практически в центре станицы Гастогаевской. Так, пора уже заходить, наверное, смотреть внутри. Подъезд к дому. Ну да, мы заметили, уже припарковаться удобно. Так. Тут сколько квадратов-то всего? 164. Это по техпаспорту, да, уже как Да. бы. А, вот оно, сам газ, да? Да. Опломбированный. Вот. Все по-честному. Да. Так. Все рабочее. То значит, участок общий 7 соток. О, тут же есть еще и даже подвал. Да. Постоянно люди спрашивают, как мы строим подвалы. Можно нам туда зайти? Так, ну мы аккуратненько. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Сейчас посмотрим. О, тут дверь пластиковая стоит. Чтоб люди узнали, какие подвалы они бывают. Сейчас у меня оператор, наверное, ноги тут поломает. Так, все. Это отсек для этих самых. Да, О, инструмент один для закаток. закаток сколько? Тут еще можно полочки поставить, вообще их тут влезет Да, немерено. есть вам железо, тут собираются полочки для Тут высота закаток. какая? 2,20, да? То есть, как обычно. Даже чуть больше, 2,30. Угу. Ну, сыростью не пахнет, воды нету, то есть обычный достойный подвал. Так, а общая площадь тут сколько? 26-27, да? Да, 27,5, до 30. Ну, мне нравится. Ступеньки еще осталось доделать, да? Да, плиточки обложатся и отключатся. Так. Ну, я сразу скажу, ступеньки не мы делали. Дело в том, что человек работает в нашей же компании. Он как бы решил маленько подсэкономить, потому что, ну, зачем самому себе еще и за деньги что-то делать? Это как-то странно. То есть он все сам не спеша будет делать. Да, и вот эти остались ступеньки. Да. Ну прикольно, заборчик тоже еще покрасил, вообще здорово будет. Так, о, а тут еще что будет? Здесь у нас вообще можно подняться. Здесь залит хороший фундамент. И здесь, значит, у нас залита площадка под сауну. То есть до этой ступени у нас будет сауна. Вот. Угу. Здесь парилка, здесь душ, здесь стол стоит. Там санузел. Тут у нас заложится, будет вход с террасы. Давид, так интересно рассказываешь, как будто это уже будет входить в общую стоимость дома. Или это просто планы? Это можно допом доделать. То есть это основание за... сделано. А, ну то есть это твоя идея, которую можно сделать за дополнительную плату. Да, в да. стоимость этого дома не входит, да? Да. Это вот все уже проложено, канализация, вода, все уже сделано. Угу. То так, есть ну что? Стены, крышу, и оно уже... Участок тут сколько соток? 7. 7 соток участка, это вот по забор, да, получается? Да. Аккуратненький участок, видно, у хозяина руки на месте. Навесик есть красивый. Подсыпан он 40 А, да, кстати, я смотрю, у соседа ниже, да, то есть получается здесь прям
Все. Молодой сад. Все по-моему сделано. Так, ну что, пройдем внутрь? Еще вот здесь у нас летняя терраса. Эта мебель идет с домом. Да. То есть она остается? Она остается. Шикарно. То есть здесь мы уже летом находимся, очень удобно, свежо находиться. Терраса широкая, не узкая. Ну да. Все. Ну теперь-то в дом можно? Можно с террасы, можно с центральной. Ну значит, да. Тут открыто, открыто. Сейчас. Давайте разуемся и пройдем в дом. О! Это там, наверное, конфетки лежат, да? Полезло. Да. Так, тут пол с подогревом? Пол здесь под всем домом, где только можно. Весь первый этаж, во всех комнатах, санузлу, вот, гостиная, везде теплый пол. Угу. Не только здесь, по доминатам тоже. Угу. Так, давайте пошаримся по дому. Кухня. Это входная дверь, да, получается? Вот это? Так, да, ну давайте как бы с входа и начнем. Как будто бы мы отсюда прямо заходили, да? Ну, заходить уж не будем, ладно. Ну, то есть, вот они ступеньки. Здесь же, получается, и котел, да, газовый. Все это находится в прихожей, которую, в принципе, и котельной можно обозвать, да? То есть, дверь закрывается, тут как бы изолированное помещение. Закрывается котел и заодно. Да, чтобы это никто ничего не видел. Так. Теперь куда идем? На кухню? А, это ванна. Ванна. То есть это все остается, все уже установлено. Розовенько, как красиво. Сиренево, да? Сиренево, да. Ну, я тот еще художник, да. Цвета путаю. Так. Вот еще кухню можно досмотреть. Кухня, да. Вся тоже она остается, обеденная зона, вся кухня, вся техника. Кухня тоже сделана качественно, и с пленки окрашенный фасад. То есть он остается, да? Остается. И холодильник остается? И холодильник остается. Угу. И стол остается. Да, и вся техника, она тоже такая дешевая. Это хорошее предложение для тех, кому надо прям вот здесь и сейчас. Это прям интересно. Так, идем дальше. Шиварина большая. Тут сколько квадратов? 30, наверное, да? Да. Квадратов 30 тоже есть. Удобный проект, чтобы не было простенка. Вот общая зона такая гостевая и обеденная. Так. Это лишняя комната, да? Да. Выход окон получается на фасад. Ой, как из окошка хорошо смотрится. Подходите, смотрите. То есть, как детишки играют здесь или на улице, можно открыть, позвать, да? То есть это батарея уже висит, все. Да, все работает, отопление. И радиатор, и теплый пол здесь тоже все. Так, идем дальше. Так, вот это у нас еще комната. Ух. Вторая. Так, тут получается на первом этаже две спальни, да? Спит. А мы тихонечко пойдем. Мы тихо-тихо сейчас пройдем. Вот. Славика снимать не будем. Мы комнату снимем. Маленькая спальная детская. Выходим отсюда. На цыпочках. Так. Да, вот. А дом когда построен, кстати? Когда? Когда дом построен? Ему второй год. Ага, то есть он уже отстоялся, да, как бы? Да, да. Свое сделал. Технологии. Лестница тоже, она поставлена. Перила удобно, чтобы дети не падали. То есть обычно по одной эконом ставят, здесь по две, на одной, как сказать, ступень. Так. А здесь от детей ничего нету, вот такой штучки, перегородки? Есть, но пока маленьких нет, люди поставят. Понятненько. Вот и хозяйка здесь уже. Так, это у нас гардеробная. Смотрим гардеробную? Всю семью сняли. Так, это у нас... Это еще даже господи, кабинет или спальня. Это можно кабинет, можно спальня. Вот многие люди спрашивают вот про эти откосы, насколько они высокие. Ну, блин, реально высоко. Высоко, высоко, как правильно?
То есть... Удаляешься, что подходишь. Ну да, то есть кто-то боится, что там койка, диван не влезет. Да все влазит на самом деле. Было бы желание правильно все это разместить. Так. Да, здесь вот осталось три комнаты, которые они... мне не надо пока. Они доделываются. Угу. Тут остается чисто обои и ламинат. Все подкручено, вся электрика, все отшкурено, уже без пыли. Ну, как я и говорил, люди, работающие в нашей компании, делают все самостоятельно. Да. У нас покупать не стал принципиально. Да. Только коробку, остальное все, говорит, сам-сам. Ну, сам же у нас и работает, естественно. Вот, ламинат, может. Обои, атака, отопление. Все. А стены тут из чего на втором этаже? Профильный. Профиль у тебя и сделан от шумоизоляции стекловатом и гипсокартон. Угу, угу. То есть звукоизоляция между комнатами? Конечно. Это главное. В больших семьях тем более. Так, это санузел на втором этаже. Да. Но опять же, чуть-чуть высоко. То есть это все остается? Ванна тоже влазит, все влазит. То есть вот, кто смотрел видеообзоры другие, думали, какие ванны маленькие, но на самом деле, когда тут уже какое-то оборудование стоит, сантехника, видно, что не так это все и маленькое, то есть место есть. Идем отсюда дальше, смотрим, что тут есть еще. То есть это же такая же комната. А сколько у них площадь? Где-то квадратов 9-10. 9-10. И здесь такая же, да? Здесь побольше. А это уже с балкончиком, да, побольше, получается? Да, из балкон, выход на улицу. Ну, мы не пойдем, мы разутые, да. Там маленько грязновато. Так, подытожим. Получается, на втором этаже у нас 4 спальных комнаты и гардеробная и санузел. То есть, ванна. В принципе, можно жить прямо даже на втором этаже, на первый даже не спускаться, да? То есть, в туалет сходить есть где, 4 спальни есть, гардеробная есть, все, что нужно для жизни, есть. А на первом этаже, сейчас еще раз туда вернемся. Тут получается тоже 2 спальни, то есть всего 6 спален, да, получается, да, в доме. И большая гостиная и кухонная зона. Ну, в принципе, шикарно. Хозяин, что еще можешь рассказать полезного о своем доме? Полезного, что удобно. Ну, мы же хотим его продать. Да. А, кстати, а почему мы его хотим продать? Потому что приезжаю в другую столицу. Вот. И то, что я его строил не для продажи. Делал сам не для продажи. Когда ту же кухню ставить, там, технику, кран там стоит 2000 рублей. Как бы все такое качественное дело. Просто сейчас пришло время, так подвернулось переехать в другую столицу. Угу.